Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Джанна Самаюктам Виндаванам Манохарам Ванча калпатару вашаке пасинду бхавачу. Атитананг паване бхавишнавибхьо намо намаха. Муканкару дивача ланг пангунг ланг хайтгирим. Ятки патам ханг ванди парама ананда мадвам. Бриндавай тусиде бхай пиявай кешва сача. Снабхакти паде деви саттваттвай намо намаха. Нараяна намаскритта нарам чайва нараттамам. Девиң сарасватиң вясам тато жайо мудире. Шанкиртане кришна катхопадеша. Гаурия патрасья пракасанича. Садануракта гуру бхакти юкта. Бхакти прамадакша джагод варна дейям сада парибхавагнам авиштудухам тетхас падам сива виринчанутам сараньям витаттихам панатопал бхавадипутам банде махапурушате чаранаравиндам ят пада паллаванака чандамани чатая Бисфури джита кемепигова душва дарши. Пурнану рагара сасагара сарумуртихи. Чарадхикамай када кифам карас. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда. Си Адвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Бинда. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда. Шиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Аджану ламбита фужоу канака бодато санкиртаной капитаро камала аятакшо вишам баро дижа баро жугадар мапало банде жагат приякару каруна фатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам, Сура Сурайр Вандито Дибха Рупам. Бхуктинча Муктинча Дадасинитам. Бхавануруппенна саданаранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибуши тобам бхагам Нараяно прияманангу мадапхарам Варанаси пурапати бхажавишнатам Баги саджусша бадане, лакшмир жасша ча бхакшаши, жасьясти дай самбид, твам нишингамахам бхаджи. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе.
Naham bibhemite ati bhayanakasya jivharka netra bhakti ravaso gradansat antasajaha khatajo shankukaranat nirhad abhita digbhadri vinnanagatrat trasto asmi aham kipanavasalo dushagro saṃsāra chakra kadanād grasatam pranītam nāham bibhemite ati bhayānakasya jivhār konetra bhukti ravaso gradaṃstāt antasrajah khatajo saṃkukaranāt nirhād abhita digbhādri vinnanakāgrat trasto asmi aham kipanavasalo dushagro Shamsar Chakra Kadanad Grasatam Pranitam. Gaurya Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Chakra Prabhupada, Paramahansa Jagadguru told, it is not. Гурджи Гоштипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такова Прабхупада сказал, что наша цель решать какие-то материальные проблемы, которые мы встречаем, это не должно быть нашей единственной целью. Проблемы разные так или иначе приходят, но заниматься только их решением и думать о своей безопасности — это не наша цель жизни. С другой стороны, мы должны думать, что, оставив это тело, куда мы отправимся, где мы будем, что делать, оставляя этот материальный мир, мы должны подумать об этом, что будет дальше, чего мы достигнем. И вот мы должны подумать об этом, поскольку те, кто чистые и преданные, они всегда все принимают позитивно. И вот те, кто парамахамсы, чистые, преданные, они всегда думают, что все благоприятно. Если кто-то даже нападает на них, обманывает их, оскорбляет их, но они всегда думают позитивным образом. И вот видеть все, думать положительным, позитивным образом, это называется Вайкунтха даршан. Но материалисты, они заняты тем, чтобы видеть все в негативном ключе. Они видят все настолько плохо, что для хорошего ничего не остается. И поэтому они не получают позитивного результата от своего баджана. И каков же позитивный результат баджана? Это значит развивать прама, безусловное служение Бхагавану. Но материалисты, они заняты какой-то коммерцией. Может, они носят одежду ачарьи или занимают его пост, но, по сути, если внимательно посмотреть, это обычные торговцы. Хотят получить выгоду от всего. И вот Шрила Прахлад Махараджи говорит, и то есть у таких торговцев в виде много. Вне зависимости от их положения, если присмотреться, то можно заметить, что у них стиль такой, коммерческий стиль мышления преобладает над всем. Они под именем Бхагавана пытаются накапливать какие-то материальные вещи и прочее. А в совершении севы не заинтересованы, кто-то может возразить. Но если внимательно посмотреть, то все равно можно это заметить. Если кто-то
чем бороться с какими-то деревьями, если можно посмотреть на плоды этих деревьев. Это сразу видно, вот как в этой пословице говорится, что по плодам можно определить дерево. Название дерева как определяется его плодами. И вот многие заняты такой торговлей под видом баджана. Но наши Гурварга, Шрила Прабхупад, Шрила Бхакти Такурани никогда не говорили так, чтобы мы занимались какой-то коммерцией или торговлей с Нарисим Хадевом. Многие поклоняются ему, чтобы Нарисим Хадев решил их какие-то мелочные материальные проблемы. Но не для этого мы должны поклоняться Нарисимхе, это не наша цель. И вот мы поклоняемся Нарисимхадеву все. Нет, многие можно видеть, носят кавачу, Нарисимха кавачу. Здесь такая мода такая нынче. А почему? Поскольку они думают, что Нарисимхадев их слуга и будет охранять их, защищать от всяких проблем. Некоторые люди молятся Нарисимхе, что вот я тебе предложил 20 килограмм параманы, вот ты должен защищать меня теперь. Но чистые преданные гаудии, они никогда так не делают, они думают. С другой стороны, те, кто преданные парамахамсы, они не стремятся никакой популярности. You have no capacity to give some good thing to sin, to somebody in the name of preaching. That is a preaching. Под именем проповеди далеко не всегда проповедь происходит. Часто нечто обратное. И вот Нарисимхадев, он может избавить нас от всех проблем, которые возникают на пути нашего баджана. Но многие хотят жить такой спокойной, беззаботной жизнью, но это не наша цель. Шрила Прабхупад сказал, что стремиться к славе, к почестям, к деньгам — это не цель нашей жизни. И вот Шрила Прабхупад говорит, что это не наша цель — собирать большое количество денег, поскольку в этом случае мы можем развить ложное эго. В этом материальном мире нельзя найти никого, кроме чистых гуру вайшнавов, которые лишены ложного эго у всех, то или иное ложное эго. И вот в тот день я говорил, что вы И вот можно заметить, что некоторые говорят лекции, но сами находятся в очень плачевном состоянии. Буквально сидят на бочке с порохом. И вот Шрила Прабхупад говорил, что сбор денег — это не цель нашей жизни. Мы не можем понять, что они бедные. Мы не можем понять, что они бедные.
understand the dignity of Guru Vaishnava. And this way, we can fall down very easily. Very easily. The easiest way to reach Bhagavan is и вот самый простой путь обретения, достижения Бхагавана – это сатсанга, нет других путей. Кто-то может читать шастры, но этого мало. Только сатсанга может дать нам. Это единственный путь. Но проблема в том, что такое сатсанга, что такое не сатсанга. Кто это может понять? Многие заблуждаются насчет сатсанги. Не могут понять, где подлинная сатсанга, где путана, акасу, бакасу и прочие демоны. Под видом святых иногда появляются. И вот такие люди в замешательстве не могут определить, где демоны, а где святые. Вот в Кришна-лиле тоже много демонов, хотя они участники Кришна-лилы, но негативную роль играют. И вот самый простой путь достичь Бхагавана – это сатсанга. И самый простой путь достичь ада – это тоже сатсанга. Нет более простого пути. Как попасть в ад – это тоже сатсанга. Если кто-то критикует Гуру Вайшнавов и как-то вредит им, мешает их харикатхе проповеди, это достаточно, чтобы быстро попасть в ад. И вот самый простой путь достижения Бхагавана – это сатсанга, и самый простой путь достижения ада – тоже сатсанга. Если совершать такую сатсангу в негативном виде, то есть наоборот, мешать с подлинным святым. И вот до тех пор, пока вы не почувствуете, что вы бесполезны, что вы очень мало бесполезнейшее создание во всей Вселенной, то подлинного Тринадапи у вас не возникнет. И вот кто-то может сказать, что Кешава Госвами Махарадж не имеет Тринадапи, поскольку говорит он иногда строго, но что такое Тринадапи? И вот Тринадапи не значит просто листить всем подряд. Нет. И вот Шрила Прабхупада говорит, что те, кто собирает деньги под именем Харибаджана и использует для своих корыстных целей, ну, и вот я прошу милости у Бхагавана, чтобы не видеть их лиц до конца своей жизни. Это и мое, также моя просьба. Я не хочу видеть таких людей. И таким образом, Тринадапи значит никто вот не читает вот эту поэму Шрила Прабхупада написала поэму Вайшнавакья, но далеко не все ее изучают, и поэтому идут в неправильном направлении. Поэтому Шрила Прабхупада сказал, если весь мир выступает против нас, все же я не прекращу говорить об абсолютной истине, находясь на абсолютном уровне и находясь под зонтиком лотосных стоп моего Гурупадпадмы. Даже на
я не отклонюсь от этого пути, даже на малейшее расстояние. И вот это влияние майи, то, что люди не идут к Гурке Шурда с Бабаджи Махараджи. Они идут к каким-то обманщикам. Это естественно таково влияние майи. Посмотрите, кто идет, чтобы встретиться с чистыми преданными. Кто испытывает такое чувство? И вот. И вот в чем проблема? И вот Шрила Прабхупада говорит, мы в каком направлении идем, в позитивном или негативном. И вот Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати говорит, люди настолько глупы, они даже не думают, в каком направлении они движутся, в позитивном или негативном. Они наслаждаются своим положением, но что это? Это влияние майи. Майя хочет обмануть нас. Майя не позволяет нам достигнуть нашей подлинной цели, с которой мы можем видеть, что и что. По крайней мере, того нейтрального уровня, на котором мы будем видеть, что есть, что есть позитивное, что негативное. И вот майя не позволяет нам достичь даже этого нейтрального уровня, откуда мы можем видеть, что есть, что. И в этом наше плачевное состояние. И вот... Некоторые, даже многие думают, что Тринадапи — это просто лесть. Но нет, это не лесть и не лицемерие. Тринадапи — это... Здесь камини не значит женщины, а... Стремление к наслаждениям. И вот те, кто стремятся к наслаждениям, они не могут войти на путь, не могут встать на путь Гауди Матха. Что говорить о том, чтобы узнать, что такое Гауди Матха? Они не смогут понять, что такое Гауди Матха. И вот если внимательно посмотреть, то можно заметить, что далеко не все, кто находится внешне в Гауди Матхе, имеют какое-то представление о подлинном Гауди Матхе. И вот Канака Камини, Пратишта, те чистые вайшнавы, они никогда не стремятся к Лабхе Пуджи и Пратиште. И они пытаются... делать все, чтобы Гуру Вайшнава и Бхагаван был доволен ими. И вот обычные люди думают, что если кто-то льстит и лицемерит, это Тринадапи. Они сами обманщики, поэтому обманываются такими льстящими людьми. Те, кто заинтересованы в том, чтобы узнать об абсолютной истине, мы... Если мы искренне, никогда не будет обманут. Если человек искренне, он получит то, к чему стремится. И вот точно в тот...
Вот Рагхунатх Дас Гасай говорит, вот Рагхунатх Дас Гасай много чего сказал, но кто думает об этом? Кто по-настоящему разумен, тот, кто у кого тот, кто искренне ничего не скрывает. Харибаджан, он не таков, чтобы понять, что такое Харибаджан. Многих займет жизнь за жизнью. Но если вы достаточно удачливы, то в этой жизни уже сможете понять, что такое Харибаджан, как Мукунда Махапрабху сказал ему, чтобы получить милость через 10 миллионов рождений. Тот был несказанно рад. Почему? Поскольку он верил Махапрабху и был очень рад, что получит милость через 10 миллионов рождений. Но Махапрабху, видя его радость и искренность, он сказал, что эти 10 миллионов рождений уже прошли, и ты получишь милость прямо сейчас. И вот Тринадапи Бхава не значит скрывать абсолютную истину и пытаться как-то насладить публику, как-то развлечь публику под именем Харибаджана и Харикиртана. Нет. И вот это наставление Прахлад Махараджа, то, что мы не должны пытаться стать торговцами или какими-то бизнесменами. Нет, мы должны понять свое собственное положение, в каком положении мы находимся сейчас, иначе мы не сможем понять, куда нам двигаться. Вначале мы должны понять наше подлинное положение, где мы находимся. Вот вначале мы должны обнаружить, осознать свое положение подлинное относительно внешнего также. Тринадапи значит тот, кто полностью утвердился в учении Тринадапи Бхаве Шичитани Махапрабху, тот, кто не заинтересован во внешнем почете, только для удовлетворения Бхагавана. Чистый Гуру Вишнава и Харикатха, она Шадья. И для обусловленных душ любая. So if somebody is now in sadhana kriya, how he can become acharya? То есть, ну, в общем, смысл в том, что если кто-то совершает садхана крию, нет такого, ну, такой, то есть, в смысле, еще баджа не начал, а какую-то садхану совершает, то такой человек мало того, что не может быть ачарьей, и, ну, его садхана такая начальная. Нужно, поэтому нужно определить, кто, и самое главное, мы на каком положении находимся, чтобы уже было
ясно и видно, куда нам следует двигаться, иначе мы не сможем совершить никакого значимого прогресса. И вот Прохлад Махарадж говорит, мы не должны заниматься никакой-то торговлей с Бхагаваном, поскольку сам Бхагаван, он самодостаточен, ему ничего не нужно. Бхагавану не нужны деньги, никакие подношения от вас. Бхагаван самодостаточен. Вы можете давать ради своего собственного блага. Зачем вы поклоняетесь, зачем мы поклоняемся Гуру Вайшнаву? Для нашего собственного блага. Они не ожидают от нас никакого поклонения. Мы должны поклоняться им ради нашего вечного блага. Они не придают этому значения, но это прежде всего нужно нам. Бхагаван, он, ему тоже не нужна пуджа или еще что-то, но все же он принимает. Поскольку откуда он может обрести благо, если Гуру Вайшнава? И поэтому Прохлад Махарадж говорит Нарисимхадеву: «О Бхагаван, я не боюсь вашего внешнего, внешней такой формы Нарисимхи, когда вы разорвали живот моего отца и обрызганы кровью». Но Прохлад Махарадж говорит, я не боюсь этой ужасной формы Нарисимхи, хотя все полубоги, они боятся. Даже Лакшми Деви, она боится, но Прохлад Махарадж говорит, я не боюсь. Я боюсь этой материальной самсары. Это материальная самсара. В которой чувствуют себя так удобно обычные материалисты. И вот Прохлад Махарадж говорит, я боюсь этого материального мира. И вот Прохлад Махарадж поэтому говорит такие слова. Я боюсь этого материального мира. Я не хочу жить здесь. Я хочу уйти с этого мира. Я хочу достичь того духовного мира. Что делать мне здесь? И вот Прохлад Махарадж говорит. То, что your garland, your worship, Guru Vaishnava also don't need. Naivat mano prabhurayam nijalabhapurno. Naivat mano prabhurayam nijalabhapurno. Manam jana davidusho karuno vrinite. Jachad jano bhagavate vidadhi tamanam. Тачатмане патимукхасья ятамукхасри. Наиватману прабху райам нижалабтушто.
И вот Прахлад Махарадж говорит: «О Прабху, я знаю то, что тебе не нужно мое поклонение, но я делаю это для своего собственного блага». И вы настолько милостивы, что у вас нет никакого, ну, у вас никакого дела для всех душ в этом мире, но все же из-за своей милости вы являетесь в форме божества или в форме вот какой-то аватара для того, чтобы одарить нас своей милостью. И вот Ниджала Пхапуна, и вот те, кто чистые саду, они знают, в том, чем вы занимаетесь, чем наслаждаетесь, они знают, каковы последствия всех наслаждений. Саду могут видеть настоящее, прошлое и будущее, в соответствии с этим совершают свое служение. И вот Прахлад Махарадж говорит: «Бхагаван, ты самодостаточен». И преданные Бхагавана, Гуру Вайшнава, они тоже самодостаточны. И им не нужно никакое поклонение от кого-то. Но мы знаем, что наше поклонение объект — это Гуру Вайшнава и Бхагаван. И поэтому мы поклоняемся им, чтобы обрести наше подлинное благо. И Прахлад Махарадж говорит: те, кто падшие души с незапамятных времен, они не могут избавиться от влияния майя. И кто спасет их от майя? Вы принимаете прибежище такого человека, который сам в майе находится в иллюзии, как он может спасти вас? Я могу привести тысячи свидетельств. То, что они говорят, делают, как думают, это говорит о том, что они находятся в майе, и как они могут спасти вас. Для начала они сами должны спастись, потом пытаться спасти других. Гурупад Падма говорил, что это? Вот такую пословицу, что тонущий человек хватается за соломинку и в Махабхарате. Тирнам Тарита. То есть вас спасти могут только те, кто уже спаслись из этого материального мира. В Махабхарате говорится об этом. Много людей говорят, кто-то спорит вот с этой шлокой. И вот эти пять вещей запрещены в Кали-Юге. Что это? Ашвамедха яги, жертвоприношение коня. Коров жертвоприношение тоже в Кали-Югу запрещены. Саньяса. В Кали-Югу саньяса запрещена.
и Шрад. А еще запрещено проводить шрадху, предлагая мясо своим предкам. То есть такие плоти нельзя предлагать предкам. Вот это минсва. Деварена судатпатти панчо кало виварджает. This sannyas is not like what you are thinking. И вот здесь саньяса, что имеется в виду карма саньяса. Who can dismantle? Who can dismantle this ignorant cover? Cover of ignorance. Who? Give inspiration. So that they can enter into more deep into ignorance, so that we can make fool of them. Because if they know Shastra, they understand, hey, what you are doing wrong, they can chase us. So it's better to keep them in unconsciousness state. It's more practical to keep you all in unconscious state. Ну, некоторые об этом не говорят, об этой шлоке, и поэтому народ не знает и делает то, что в Кали-Югу не одобряется и запрещено. И вот это, в общем, вот здесь не принимать саньяса, значит, относится к карма-саньясе. Вот карма-саньяса в Кали-Югу запрещена, но про бхакти-саньясу ничего не говорится. Если бы бхакти-саньяса была запрещена, почему в Бхагаватам описывается вот тридандхи-саньяси? Вот это карма саньяса и экданди саньяса запрещено, но триданди саньяса нет. Что значит триданди саньяса? Мы смиренно думаем, что мы падшая душа, как мы можем спастись? И тогда мы принимаем прибежище у Бхагавана. И мы наказываем свой ум, тело и речь, поскольку умом, телом и речью обычно души, эти живые существа совершают какие-то парадхи, оскорбления. И вот умом, и вот таким образом мы наказываем ум, тело и речь, чтобы быть непрерывно занятыми в Харибаджане. И вот это вот саньяс мантра, вот Махарадж, который произнес из Бхагаватам. Из такой решимости, чтобы развить бесконечную любовь к Бхагавану. И вот великие Mukunda Charan, Krishna Charan, and it is my resolution to serve Krishna, not Maya. To serve Maya. И вот мы должны, и вот саньяса значит принятие обета, решимости такого решения служить Кришне, а не Майе. И вот это очень тонкий даршан. Я не знаю, в какой жизни мы кто-то может осознать это. В какой жизни мы можем достичь того, чтобы понять, что и что. И вот те сахаджи, садакунды, глупые бабаджи, они говорят,
что Гаудиям отдают саньяса, а саньяса не позволено в Кали-югу. И вот они одну шлоку из Махабхарата запомнили. Но смотрите, если саньяса запрещена была бы, то Бхагаватам Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве о Триданди саньясе. И тогда почему Рамануджачарья, Мадхвачарья, Вишна с вами, Нимбакачарья, кто нет, каждый. Мадве Пури и Шаупури, все принимали саньясу. Но кто-то из них внешне принимал однодандовую саньясу, но нет. В то время однодандовая саньяса была, ну, популярна. Но наша Гурага сказала, что они, несомненно, они видели три данды в этой одной данде. И у нас нет права жить на Радакунде. В смысле, вот эти вот бестолковые бабочки, не то место, и Радакунда — это не то место, где можно говорить такую ерунду. Они думают, что они получили милость Рупы Госвами, но где доказательства, как можно говорить такую ерунду? Рагунатдас Госвами что сказал? Взяли ли они что-то позитивное из учения Рагунатдаса Госвами? Понимают ли они хоть одну шлоку из Упадишамрита? И вот Упадишамрита первая шлока. И вот эта первая шлока, она имеет в виду саньясу. Вачувегам, да, вот эта шлока. И вот Рупа Госвами в самом начале, он предостерегает перед тем, как достигнуть уровня саньясы, тот уровень, на котором можно хотя бы заявить, что вы саньяси не имеете права принимать этот Парамхамса Веш, но сейчас так обесценили этот Парамхамса Веш, дают всем подряд. И вот эта же одна группа там хотела меня поймать в ловушку, одурачить. И они не думали, что после принятия Бабаджи Веша я могу действовать как ачарья. И вот они не могли даже представить. Хотели. Возмущались, что Бабаджи Махараджу саньяса не дали. И вот так или иначе. Ну, политика так или иначе везде присутствует. Гурудев может спасти нас, Шрила Прабхупад может спасти нас, они не ожидают никакой взятки от нас. Гуру Вайшнавы не могут ожидать никакой взятки от нас. Они видят, кто что делает, и в соответствии с этим мы можем обрести милость. И вот Рупа Госвами хотел сказать, перед тем, как достичь того уровня, мы должны достичь хотя бы уровня саньяса.
и наша Гурварга специально принимает саньясу, чтобы выразить свое смирение. Они все парамахамсы, но из-за смирения они принимают такой более низкий уровень саньясы, что они находятся в варнашам дарме. Но какие-то саньяси, я знаю, они пишут. И вот несколько дней назад один саньяси дал мне книжку, он ее составил, и я взял эту книгу и смотрю, понял его настроение. Он не находится в преемственности с Гуру Парампарой. Отклонился и писал с вами. Он как бы редактор, этот, ну, кто составил это все, не мог написать. Ну, как я понял, сам себя с вами, назвал, это как неприлично. Еще ученик может гуру с вами назвать, а гуру сам себя с вами не называет, как обычно. Картинки там тоже бестолковые были. И что значит следовать Гурудеву? Гурудев — это не кто, состоящий из плоти и крови. Do something for this, to restore and protect the honor of our Guru Varga and Gauriva. You are not doing it. Very, very clever you are. You are very clever. You are coming to give me seva, not to take seva from me. Better you don't come to me. So this way they are coming not to get my association. Because they know I am fallen soul. It is not their fault they are coming to me to give them their association. But they don't know I am getting the association of Guru Varga. I'm not interested to get association of anybody in this society. Even demigods, I don't like to get it. I am interested to get the association of Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur and Guru Varga. Those who are in line with Prabhupada, Gauri Varga, others are no interest. Whatever big philosophy they are, I'm less interested. So, you see, Prabhupada actually wanted to speak so many things, countless, but we like to avoid. Вообще смысл в том, что нужно видеть именно суть вещей, а не какие-то внешние проявления. So, Prahlad Maharaj speaking. И Прахлад Махарадж говорит. Just like you are going to check up your face, just like you are going to check up your face by taking up one mirror, И вот и подобно тому, что кто-то смотрит в зеркало, чтобы увидеть свое лицо. Но Прахлад Махарадж говорит, когда вы берете зеркало, чтобы увидеть свое лицо, что вы там видите то, что отражается в зеркале, то вы видите. What is the condition of your face that you can see? Nothing else. You cannot see something new. You cannot expect. Глупо увидеть что-то новое в зеркале, если ваше лицо то же самое. И в Веданта Сутре говорится. When you can stand in front of mirror. И когда вы подходите к зеркалу, что вы видите? То же самое. You make mistake. Your
Но Веданта Сутра говорит, что не так ваша левая рука становится правой, в смысле отражается в обратном этом. В общем, отражается, либо становится правым и наоборот. И также таково состояние нашей души. Мы иногда читаем или поем киртаны. Вот один киртан написан Шрила Шанта Госвами Махараджи, но он принят семя. Вот там такие слова. Now what you are thinking, your identity, your position, everything wrong. То, что вы думаете о себе, это неправильно. Вы смотрите на себя в зеркало Майя. Но это не наше подлинное Я. И Прохлад Махарадж говорит, подобно тому, как вы смотритесь на себя в зеркало, также, поскольку с самого детства мы узнали, ну, то, что ну, то, что посеешь, то и пожнешь. Если сеять пшеницу, то овес не вырастет. И то, что мы сеем, то и пожинаем. Прохлад Махарадж говорит о Прабху. Только и только это ваша беспричинная милость, что вы приняли что-то от них, чтобы помочь им избавиться от влияния Майи и достичь этого уровня Вайкунтхи. И все. Например, я выражаю почтение Нарисимхадеву или Гурварге или Прабхупаде Бхактивинода Тхакура. Думаете ли вы, что они получат какое-то благо от этого? Я поклоняюсь Гуру Пад Падме каждую часть секунды ради своего собственного блага, не ради его блага, а ради своего блага. И вот Гурварга, Гуру Вайшнава, они мы поклоняемся ради своего собственного блага. И вот Хираньякашипу не мог понять, что Прохлад Махарадж, он гуру. Я не говорю о Хираньякашипу, поскольку Прабхупад говорит, большинство из нас, мы Хираньякашипу. У нас есть Хираньякашипу внутри нашего сердца. Мы стремимся к Лабхе Пуджи Братишчи. И вот большинство из нас уже есть такое Хираньякашипу в наших сердцах. Шрила Прабхупад говорит об этом, что Хираньякашипу уже в нас. И чтобы убить Хираньякашипу, мы должны пригласить Нарисимхадева. Вначале мы должны пригласить Прохлад Махараджа. Если мы пригласим Прохлад Махараджа, Нарисимхадев автоматически придет. Гуру Пад Падма приводил пример. О, мой сын, будь осторожен, не совершай никаких ошибок. Если вы любите теленка, ну, то есть, если у вас есть теленок, то ну, теленок, это корова, она сама придет к этому теленку. Гуру Махарадж приводил такой пример. Почему вы так много энергии пытаетесь применять, чтобы корову загнать в гошалу? Можно взять ее теленка, и корова сама пойдет за ним. И вот так, если вы любите Гуру Вайшнава всем сердцем, если у вас нет никакой корысти, то даже если весь мир будет против вас, то вы все равно обретете милость Бхагавана. Понимаете? И таким образом, сегодня
день, когда мы можем поклоняться Нарисимхадеву. Нет, мы должны поклоняться Прахлад Махараджу сначала, поскольку если мы поклоняемся Прахлад Махараджу, тогда мы сможем обрести милость Нарисимхадева. Если вы любите ребенка, ребенка какой-то матери, эта мать, она будет очень благосклонна к вам. И таким образом мы видим, Шрила Прабхупад говорит, мы можем поклоняться Нарисимхадеву, мы можем молиться Нарисимхадеву, чтобы наши бесчисленные различные проблемы, препятствия, возникающие на пути нашего баджана. И по милости Нарисимхадева мы не говорим Нарисимхадев. Мы не молимся Нарисимхадеву, чтобы он не посылал какие-то проблемы, нет. Мы молимся, чтобы он посылал нам различные испытания, но также дал нам силу, возможность, способность преодолеть все эти испытания. Если мы молимся Бхагавану, чтобы он никаких сложностей нам не посылал, то нельзя сказать, что это бхакти. У нас нет права говорить так Бхагавану, поскольку в соответствии с плодами нашей кармы, эти все результаты этой нашей плодов кармы, они все приходят к нам. И вот в киртане Шрила Бхактивинода Тхакура есть такие слова. Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что в соответствии с плодами моей кармы я могу оказаться в любом из этих 14 миров, в любом рождении, но я молюсь, чтобы бхакти, оно осталось внутри моего сердца. И вот мы не молимся Бхагавану Нарисимхадеве, чтобы он не слал нам никаких проблем. Проблемы, сложности, они автоматически приходят в соответствии с нашими прежними деяниями. И вот мы можем молиться Нарисимхадеву. Гурупад Падма научил меня, что мы должны молиться Нарисимхадеву, Гурудеву и Шриле Прабхупаде. И вот он говорил мне так, и тогда все сложности, они будут преодолены. А какие-то проблемы, препятствия, они возникают, чтобы проверить нас, сколько у нас терпения, сколько смирения и всего остального. И наше общество, если посмотреть, они хотят занять Нарисимхадева для служения себе. Они думают, что Нарисимхадев их слуга, и дают какое-то служение Нарисимхадеву, чтобы он защищал нас. И вот это нехорошо. И поэтому мы занимаем Нарисимхадеву в служении себе. Бали Махарадж никогда не занимал Ваману Дева в своем служении. Вамана Дева сам специально. Он захотел быть стражником у его ворот, но Бали Махарадж никогда не просил его об этом. И вот Бали Махарадж, он позитивно принял это. И что он сказал? Хорошо, у меня есть такая привилегия. Я могу получать даршан ваших лотосных стоп каждый день. Но Вамандев, он сказал, что будет его стражником, и Бали Махарадж принял это позитивно. Он думал, что зато у меня будет возможность получать даршан ваших лотосных стоп каждый день. И вот Шрила Прабхупад основал здесь храм Лакшми Нарисимхи в Йогапитхе, поскольку Шрила Прабхупад видел каждый день, что Нарисимхадев приходит, чтобы принять прасад Гуранги с Нарисимхапали. И хотя Гуранга и Нарисимха не отличны, но все же
И в этом случае Шрила Прабхупад основал храм Лакшми Нрисимхи. Это также Самадхи Мандир Бхагаватима, нашей Вселенской Матери, это Мать Шрилы Прабхупады. И там вот он также основал Лакшми Нрисимху, не угранный симх, угранный симх в жизни. Как бы домохозяев не одобряется, поскольку какие-то ошибки возникают. И вот Лакшми Нарисимха более практичен, и вся система образования в нашем обществе. Я хочу рассказать об учении Прахлада Махараджа, и вот вся эта система образования. В общем, во всяком Кембридже, Оксфорде и прочих системах образования, они учат материальному. Можно получить какую-то ученую степень или еще что-то, но это все материально. Это все приносит какую-то материальную славу, но наше образование, наша ведическая система, точнее, в общем, в обычной системе образования родители пытаются дать какое-то образование детям, чтобы оно помогло им в их материальной жизни. И вот если посмотреть, все примерно одинаково во всем мире. Your education can give you some promotion, you know, big position to make you an ass. Но материальное образование, оно чревато тем, что Шрила Бхактивинода Тхакура сравнивает его с ослом, который рад, когда на него грузят много багажа. И вот это материальное знание, оно подобно такому багажу, этому грузу на нашей спине. By the help of which you can get some, collect some, nothing else. So all father, mother, when I left my home, my mother started crying like. И вот когда я ушел из дома, мать у меня очень опечалилась и написал им письмо: вы, что вы так недовольны? Вот у меня друг. Детство Аруп уехал в Америку, его родители очень счастливы, хотя вы с него никогда не видят больше. Мои многие друзья тоже в Америку поезжали, но их родители никто не плакал, наоборот, радовались, поскольку они были уверены, что их дети в Америке будут лучше жить, чем в Индии. А вы так беспокоитесь, что я там за 100 километров от вас во Вриндаван на Одвип уехал, что ж вы так беспокоитесь, успокойтесь. И вот это такое состояние отца и матери. И когда отец и мать обнаружат, даже гуру, так называемый гуру, что вы нашли какой-то правильный путь и двигайтесь по нему.
будут пытаться вам как-то помешать, чтобы вы находились под их контролем, в их как юрисдикции. И вот поэтому путь к абсолютной истине очень сложен. И вот это естественно, то, что Хиранья-Кашипу, как он мог надеяться, что можно ожидать от Хиранья-Кашипу. И вот Хиранья-Кашипу, естественно, в соответствии со своими прежними самскарами отправил своего сына в такую гурукулу, где он мог научиться только материальному знанию. Но Прохлад Махарадж не был столь глуп, чтобы всему этому, все это воспринимать всерьез. И вот внешне как бы он не мог противоречить, чтобы не ругаться с отцом. И всю эту негативную ситуацию воспринял как позитивную, и пошел учиться в эту гурукулу его учителя Шандая Марга. Он думал об учителе, слушал то, что они говорят, но не принимал это близко к сердцу. Прохлад Махарадж уже обрел божественное знание Дивигьяна от Нарады, и зачем ему нужно было учиться от каких-то, у каких-то глупцов. Они говорили об экономике, политике и различной социологии и прочем. Как Хиранья-Кашипу, он не имел никакого представления о духовной жизни. И вот он, и поэтому своего сына отправил учиться в материальную школу, но не знал, что Прохлад Махарадж не столь глуп, чтобы все это принимать близко к сердцу. И Прохлад Махарадж, он думал о учении Нарада Махараджа, и И вот в этой школе эти учителя, они не всегда там были, и когда они уходили куда-то по делам, Прохлад Махарадж рассказывал своим одноклассникам о том, что услышал от Нарады Муни. И вот он начал говорить об абсолютной истине перед своими одноклассниками, потом перед Хиранья-Кашипу. И когда Хиранья-Кашипу услышал, то никто не мог принять это. Они разгневались, захотели убить этого Прохлад Махараджа. И вот Прохлад Махараджа, когда Хиранья-Кашипу спросил, скажи, что хорошего ты узнал в своей школе, и Прохлад Махарадж подумал, он задал все таки вопрос, что хорошего узнал. Он не сказал, что... Точнее, еще более абстрактно сказал то, что хорошего ты узнал от своего гуру. И Прохлад Махарадж, думая, что его гуру — это Нарада Госвами, Нарада Муни, а не какие-то учителя в школе. Поэтому сказал то, что думает. Но Хиранья-Кашипу, в свою очередь, чтобы не задавать каких-то конкретных вопросов, задал такой общий вопрос, что же хорошего ты узнал от своего гуру. И вот в соответствии с этим Прохлад Махарадж начал отвечать. Вот он произнес вот эту шлоку о... Хиранья-Кашипу очень любил своего сына. Он очень сильно любил его, обнимал, целовал, садил на колени, вдыхал аромат его волос.
Даже посмотреть на львов и тигров, они очень заботятся о своих детях. Можно видеть, львята прыгают на голову отцу. Львы играют с ним, кусаются, с хвостом играют, но отец, он терпит все и не возмущается. Махараджи в зоопарке был и видел, как эти тигрята сыграют с родителями. И вот и Хираньякашипу тоже не гневался на своего сына до того момента, пока Прохлад Махарадж не начал говорить об абсолютной истине. Как только он начал, тот сразу возмутился: «Что ты несешь?» Прохлад Махарадж произнес вот эту шлоку. И так или иначе, Хираньякашипу не мог опровергнуть. И Прохлад Махарадж сказал: что ты думаешь? То есть он в общем, Прохлад Махарадж сказал: о, лучший из демонов, лучший из асуров. Он не обратился к нему как к отец, а вот асура Варджадахинам. И Прохлад Махарадж сказал: я думаю, это очень... О, лучи из демонов, о, царь асуров, я думаю, лучше всего, если оставить эту семейную жизнь, полную беспокойств, и избавиться от... Избавиться от всех этих материальных привязанностей. Что лучше уйти в лес и медитировать на лотосные стопы Бхагавана Вишну. И вот Прохлад Махарадж говорит, что если кто-то, кто родился под плохим положением звезд, идет к астрологу проверить свой гороскоп. И вот астролог может посмотреть, что там со звездами прописать, какой-то камень. Что-то там Юпитер, еще есть что-то там, вообще можно большую сумму камней продать вам. Мой гуру Падпадма говорил, что люди не верят в Бхагавана, поэтому ходят ко всяким астрологам, камни носят. И вот он, гуру Падпадма, говорил, что Кришна, он главный из всего, поэтому если Кришна доволен нами, то все другое гармонизируется автоматически. Вот однажды Хануману сказали, что у него все плохо с Сатурном. Dancing, and I can.
И вот Гурупадма сказал, что ну, всякие ясопреданные так вот слишком привязаны к астрологам и прочим ношению всяких талисманов. Это говорит о том, что у них нет должной веры в Бхагавана. И вот смотрите, Хираньякашипу очень любил своего сына, но в тот момент, когда он начал говорить об абсолютной истине, он разгневался на него. И также со мной, когда я начинаю говорить об абсолютной истине, постоянно какие-то недовольные находятся. Что же делать, куда идти? И Прохлад Махарадж говорит, когда такое положение звезд у кого-то плохое, человек чувствует себя как-то нехорошо, и поэтому лучше, ну, в таком плохом состоянии находясь, лучше оставить всю эту материальную жизнь и уйти в лес, размышляя о лотосных стопах Верховного Господа Вишну. И Хираньякашипу очень разгневался, позвал Тигору, что вы делаете, что вы несете, почему, зачем вы учили его Вишну Бхакти. Они сказали: «О, царь, мы не делали такого, как я, кто ж его научил в вашей школе?» Они боялись его, мог взять саблю и отрубить им голову, поэтому они, трясясь от страха, сказали: «О, царь, мы, поверь нам, мы клянемся, мы не учили ничему подобного его, откуда же он это узнал?» И Шанда Марка сказали четко: «О, царь, он сам говорит, так это такова его природа. От рождения мы не учили его такому. Смотри, сколько тут учеников у нас, но кроме него никто практически не обучился. И вот сказал, что идите прочь, если еще вас услышу, точно казню». И вот Прохлад Махараджа забрали в Гурукулу, чтобы учить как следует. Шанда Марка спросил мне Прохлад Махарадж: «Эй ты, откуда ты узнал о Вишну Бхакти? Мы никогда не учили тебя этому». И Прохлад Махарадж начал отвечать с полным уважением. И когда Хираньякашипу спросил, что вот эти гуру научили тебя, Бхакти, тот сказал, что у них нет никакого представления о Вишну Бхакти, как же они могут научить меня. Вишну Бхакти — это цель и суть нашей жизни. И таким образом Прохлад Махарадж, он ответил Хираньякашипу, и в итоге опять, попозже его опять привели к Хираньякашипу, чтобы проверить, что же он выучил в школе. И вот Хираньякашипу сказал: «О, мой сын, чего ж ты узнал? Что же хорошего ты узнал?» И Прохлад Махарадж произнес эту шлоку: Тан манне адитам уттамам.
И вот Хиранья-Кашипу, он, услышав эту шлоку, он был разгневан. Как это возможно? Опять он говорит о бхакти. Он хотел наказать его. Смотрите, этот материальный мир полон корысти. Если гуру не доволен учеником, ну, в смысле, какие-то корыстные интересы его не исполняются, или еще что-то, он выгоняет такого ученика. И в других случаях также, но можно проверить чистый гуру Вишнава. Если его выгнать откуда-то, то он не будет злиться или мстить, или еще что-то делать. А гуру Вишнава не уверены, все, то есть они знают, по закону кармы это все вернется к ним. Если кто-то приносит им какой-то вред, мешает или еще что-то делает, эти все последствия всего этого, они придут к ним. И вот Прахлад Махарадж. Смотрите, иногда можно видеть, что отец выгоняет сына или сын отца, или брат, или еще что-то, когда какие-то материальные эти сложности возникают. И Хиранья-Кашипу, он выгнал, выгнал, можно сказать, своего сына, поскольку тот был за Кришна Бхакти, а тот против. И вот мало того, что выгнал, еще и своим слугам сказал, чтобы они выкинули его подальше. И в Южной Индии есть сандаловые леса, и Хиранья-Кашипу говорит, наша семья асуров, она подобна прекрасному, благоухающему сандаловому лесу. А как этот кактус тут вообще появился? Вы выкиньте его подальше. И вот эти асуры взяли свои трезубцы и хотели убить Прахлад Махараджа. И вот началось это, ну, попытки его убить, Прахлад Махараджа. Ну, вообще пытались убить его, но ничего не получалось. Они думали, что Прахлад Махарадж состоит из плоти и крови, но не так все просто. Он был в тонком теле. Прахлад Махарадж сидел и думал о лотосных стопах Вишну, и вот Смаран Бхакти, насколько оно важно, я буду говорить об этом в следующий раз. Смаран Бхакти, памятование Шраван Киртан и Смаранам, это все связано, как я потом расскажу. И вот Хиранья-Кашипу хотел убить этого
этого прохлада, поскольку я считал, что он подобен кактусу в нашей семье сандалов. Столь возвышенная семья асуров, а тут непонятно кто. И вот, но любое количество всяких наказаний было бесполезно, поскольку Прохлад Махарадж, он не был создан из плоти и крови. И в итоге Хираньякашипу разнервничался. Как весь мир, все 14 миров под моим контролем, все боятся меня. Тут какой-то маленький мальчик, как он может без всякого беспокойства находиться здесь? И вот он сказал, меня боятся все 14 миров, откуда ты обрел такую силу, что совершенно меня не боишься. Откуда? И Прохлад Махарадж сказал, та сила, которая приходит, тот источник, откуда ты обрел свою силу, оттуда же я обрел свою. Хватит. То есть это по милости Верховного Господа. Эта вся сила пришла к нам. И Хираньякашипу был разгневан. И вот иногда можно наблюдать, что под видом ложного смирения какие-то совершенно другие качества проявляются. И вот Хираньякашипу не мог понять, что Прохлад Махарадж, он не может быть убит. И вот он нервничался, что мы тут пытаемся его убить, он не убивается. Я повелитель всех 14 миров, а он даже не боится меня. И вот он спросил, откуда у тебя такая сила. Тот ответил, что оттуда же, откуда и твоя. И он еще больше разгневался. Пытались его всячески убить, скинуть с горы. И Прохлад Махарадж думал о лотосных стопах Вишну и поймал его в океане, это Джива Нарисимха. Потом Прохлад Махараджа пытались отравить каким-то напитком, это вместе Пана Нарисимха. Потом его заточили в какую-то пещеру. И пещеру закрыли каким-то камнем, думали, он задохнется там, но бесполезно было. И когда все их попытки его убить были обречены, ну, в общем, не смогли ничего сделать, и тот Хираньякашипу подумал, что же делать, и начал советоваться со своими министрами, и те сказали, пытались утешить его, что ты беспокоишься, маленький мальчик, что-нибудь сделать может. Может, что-то там ляпнуть не то, зачем беспокоиться, пускай живет. И в итоге, advice of Navabhida Bhakti,
Гуранга Махапрабху, вот можно вспомнить, он хотел слушать снова и снова вот это описание Дровы Прахлад Махараджа. Снова и снова он говорит о том, что мы не должны стремиться слушать что-то расататвы, а вначале всего мы должны укрепиться на создать прочный фундамент. Я могу множество других свидетельств привести. И вот Прахлад Махарадж спросил, где же твой Бхагаван, который защищает тебя? Тот сказал, везде, как везде, везде сущи, что ли? Да, везде сущи. В этой колонии, если он, да, здесь он есть. И тогда Хираньякашипу, он со всей силы ударил с ярости эту колонну, и она разлетелась, из кристальная была колонна. И оттуда Хираньякашипу увидел, кто это, некто, сначала какой-то туман возник. Потом посмотрел, то ли лев, то не совсем лев, на человек какой-то наполовину. Кто это не то ли человек, то ли лев, человек-полулев, кто это? Хираньякашипу начал думать снова и снова, кто это. Никогда не видел раньше ничего подобного. И вот размышлял и после этого. В Бхагаватам, в седьмой песне, описывается, что Бхагаван, он хотел доказать, что мой преданный никогда не говорит лжи. Прахлад Махарадж и Бхагаван находится везде, в каждой пылинке в нас, но не все могут это чувствовать. И вот Прахлад Махарадж сказал в седьмой песне, Бхагаватам говорятся такие слова. Чтобы доказать, что Прахлад не говорит лжи, что я присутствую в этой колонии также. Он явится, и после этого Хираньякашипу взял саблю и начал сражаться с этим непонятным созданием. И вот Хираньякашипу совершал аскезу раньше, и такой аскезу, что выпросил благословение Брама обманным путем, чтобы никто в этом творении не мог убить его ни в прошлом. Ну, в общем, кучу условий выпросил, чтобы никто его не убил. И вот просил бессмертия, но Брама сказал, я сам смертен, как я могу дать тебе бессмертие, проси что-то еще. Он сказал, ничего не надо, но тогда я пошел. И вот он опять начал совершать аскезу, опять Брама пришел, что тебе надо. Я сказал, не могу тебе бессмертие дать. Может, еще что-то захочешь. Ну, хорошо. И вот Хираньякашипу подумал, Брама старый, можешь его дурачить. И сказал, хорошо, дай мне. Пообещай, что никто в твоем, созданных тобой, не сможет убить меня.
то, что я не буду убит никаким оружием, хорошо. Ни днем, ни ночью. Хорошо. Ни дома там, ни на улице. И вот он так пытался одурачить Браму этими своими просьбами. Но не знал, что Бхагаван — Верховный Господь. И после этого что случилось? Бхагаван, он исполнил все эти условия. Он убил его ни днем, ни ночью, а в сумерки он не был сотворенным Брамой. Никаким оружием он его не убил, а своими когтями. То есть эти условия исполнены были. И вот Хираньякашипу пытался его убить, и он прыгнул к Нарисимхе, но внешне было, выглядело как какое-то насекомое, прыгает, летит в огонь. Хираньякашипу увидел, что не заметил, что ничего не видно, поскольку сияние исходит от Нарисимхадева. И вот началась борьба. И после этого что случилось? Бхагаван, он взял этого Хираньякашипу, положил к себе на колени, поскольку условие было, чтобы никто не мог убить его ни на земле, ни на небесах, ни в воде, ни в воздухе. Поэтому он был не на земле, ни в небе, ни в воде, а на коленях, трансцендентных коленях Нарисимхадева Бхагавана. И вот смотрите, Бхагаван настолько умен. Если вы посмотрите на эту природу, если вы слепы, вы не можете видеть. А так, если посмотрите, то видите различные птицы разного цвета и прочие удивительные создания, фрукты, цветы. И вот Бхагаван настолько искусно все создал. Все сделано идеальным, гармоничным образом. Я созерцаю всю эту природу. Я думаю, как, насколько все красиво, изысканно, совершенно. И он создал нас, как я могу гордиться, кто мы. Если мы подумаем о своем собственном положении, состоянии относительно всего мира, всего творения, и вот некоторые люди, не поняв своей природы, пытаются вести других. И вот есть закон Ньютона, что на каждое действие есть противодействие, противоположное направление. И еще то есть каждое действие имеет противодействие, и поэтому если кто-то кого-то убивает, это их дело, и тот человек получит результат этого автоматически.
это, и зачем убивать кого-то, и вообще, если люди смертны сегодня или завтра сами помрут. И вот Хираньякашипу лежал на коленях Нарсимхадева. И вот, исполнив все условия и обещания, данные Брамой, он разорвал его живот, и кровь хлынула подобно фонтану. И Хираньякашипу был убит. И вот сегодня мы все должны быть очень внимательны. Хираньякашипу находится внутри нас. И вот мы должны убить этого Хираньякашипу. Что еще делать? Как раз хотел обсудить еще вот эти вещи, но времени мало. И почему Прахлад Махарадж хотел получить одобрение от Нарисимхадева о том, что его отец получит благо. И вот наша молитва лотосным стопам Нарисимхадевы, Прабхупады и Гурудевы, чтобы все проблемы мы могли пересечь, все препятствия могли успешно преодолеть и совершать наше служение Гуру Вайшнавам и Бхагавану. Мы должны идти вперед, несмотря ни на что.